Прием, здорово всем, с вами HealthHerz, это у нас с вами игра The Last Hero of Nostalgaia. Выходит она, по-моему, в октябре, то ли 19-го, то ли 20-го, то ли 22-го, сейчас есть демо-версия бесплатная в Стиме. В общем-то, давайте одним глазком глянем, что у нас тут почем. С русским нас через писюн пробросили. Ладно, джойстик не работает. Ладно. Justice and Low Hero. Ну, давай чуть поярче. Show tutorials, this will help you understand the... Ну, наверное, да, по-хорошему бы надо все-таки туториал. Please use the board to enter a name. Press enter to continue. Давай так. По-русски давай. Егорка. Егорка, нормально. Угу. Цвет. Ну, в принципе, такой. Body type, я думаю, такой. Возраст вот такой. Accessories, тату такие хочу. Hairstyle. Так. Ну, в целом нормально. Это наш герой. Так, кто? Дата 1, господи. Форматор. Резолютионари. Виталий, тут статы какие-то разные. Рэндом мастер. Я хочу вот этим. Стамина, декстерити. Ловкий буду. Ну ладно, давай. Почему-то он... Confirm. Name Горкас. Ай, хрен с тобой, погнали. Please use your keyboard to enter a name. Может, тут какой-то рофл? Егоркас. Work S. Может быть, это какая-то типа, ну, шутеечка. Давай самый начальный старт возьмем. Confirm. А, yes. Наверное, я в прошлый раз налево нажал. Я дурачок. Yes, indeed. It is called Nostalgaia. Where the... Wait! Cut! Was that your customization screen? Ah, almighty save me. I don't know what you are, but you're no hero. So... Даже не сказал, I'm not playing the intro. Забавненько, рофельненько. And so it was, the would-be hero became. Had it dignity, it would impale itself on its own appendages and rid us of its pixelated shame. Блин, это забавно. Это очень забавно. Перекатичи на пробел. No. All right, then. Давайте я выведу вам клаву. С мышкой. Нет. Клава и мышь. Джойстик убрать. Вот так вот, погнали. И вы будете видеть мои инпуты. The welcome host was absent. No one to tell the newest spawn what. Я ничего не хочу делать, в общем-то. Ага, спринтить нельзя. По всей видимости. Red message. Сейчас даже. Да камон, ну что, до Dark Souls наиграл. Давайте мне, go back. You came from, говорит, иди оттуда, откуда я пришел. Поехали. Лакон, F. Это полезно. Оп, сюда, что такое? Нормально. Меня побили. Не люблю, когда меня бьют. Use your heroic icon and heal Q. Enter to continue. If starsist... Да разберемся, come on. Че душить меня? Он вообще как будто был 2D-шный. Немножко непривычно это. Есть бэкичи? Да, бэкичи есть. Ну это тупо Dark Souls. Хил очка, нормально, вкусно. Так, Air Witch Stance. А, это дабл. Ну, короче, в две руки взять пуху. Капаем. Grid Herb, голубые, зеленые штуки. Just pick up на этом. Так, continue inventory to use it. Inventory есть? На топ, возможно. Вот у меня котика сидит на окошке, смотрит, как я в игру играю. Equipment. Первый раз она туда села. Tap toggle item description. Continue. Скейл не очень нравится мне этот шрифт, ну ладно. Камон, пойдемте и разберемся и так, я думаю. Не думаю, что это будет сложно. Потому что я в Dark Souls играл, ну сами понимаете. Опыт он не пропивается.
Есть заряженная атака? Нет, заряженной атаки нет. Либо я ее еще не нашел. No пока что все очень легко, но очевидно это обучение. Ловушечные ловушки, это мы любим. Дайте две, как говорится. Опять же, не знаю, когда я от рендера игру и когда она выйдет. Хотелось бы, конечно, пораньше. Но что-то мне подсказывается, что получится, как всегда. Так, вроде работяг быстро замололи. Кажется, можно и без двух рук бить, а с одной. В принципе, то же самое. Жалко, меня не научили, как спринт использовать. Что-то выпало. Доступ какой-то дают. Доступ к чему? Я не знаю, вроде все так все доступно. Непонятно, непонятно. Так, здесь засада. В принципе, стамины дофига, можно просто спамить. Не вижу никаких проблем на самом деле. А, там лут, ё-моё, ну я же не могу без лута уйти отсюда. Дамы и господа. Guild Tax. Так, давай попробуем поглядеть. Escape, equipment. Угу. Слушайте, ну здесь на дексу это явно лучше по дамагу. Так что я ставлю меч свой. Мощный, сильный, ловкий, смелый, умелый. А, там лут был профукан. Ну туда тебе и дорога, псина, туда тебе и дорога. На самом-то мать его деле. А, на контрол спринтить, ё-моё, ну это просто сверхразум делал. Как я мизинец-то поломать должен? И зачем? Просто какой-то изверг это делал. Скажите, Владу, у вас разберись с управлением, настрой под себя, будет удобно. Я с вами... Хера себе изнасиловали. В корне не соглашусь, потому что зачастую это очень сложно сделать в таких вот инди-играх. Так что проще привыкнуть к тому, как игра тебе говорит. Dagger of Cyclops. Я не буду использовать даггеры, даже смотреть не буду, потому что это даггер. Я же все-таки какой-то силач-ловкач. Оп, я нажимал. Очень подлагивает. Ультимативные FPS дропы, когда тебя бьют просто звездец. Такое ощущение, что FPS ниже нуля идет. Да, действительно, почему бы не лечь прямо на консоль? Самое лучшее место. Ладно. Кто я такой, чтобы гнать на котику? Так, нам сюда. Shuriken Code. Без понятия, что такое. Will consume as you used it. Check the help menu for more information. Иди в жопу, help menu. И меню и говна. Очень тяжело определиться, куда, кого, чего, зачем. Я бы сказал, не интуитивно. Бывает интуитивно, это вот не тот случай, к сожалению. Бомжи разносят лицо просто. Я на самом деле думал, он не попадет, а он попал. Он взял, да попал. I think the world is sick. And you're like the final pixelated tumor. The narrator vowed to верно, нет смысла ломать это. The narrator vowed left control sprint. Вот только сейчас меня игра обучает этому. Я уже сам все нашел. Я вздрочен Dark Souls'ами. Suddenly, a simple sentry transformed into an impossible adversary. One written to crush the stick figure on sight. Ну и шо, ты думаешь, ты клевый? Ну, блин, нечестно. And so the stick figure proved its ineptitude. Опять же, был бы русский язык, было бы гораздо лучше. Возможно, на релизе будет. The audacity. Только не говорите, что опять сначала это все проходить. Я так понял, это обучение, нет? А, реально сначала? Ты это не рофл? Серьезно. Опять же, я полностью виноват, что я слился тому крабу. Он очень простой, очень легкий. Просто мне не повезло, я испытал фиаско. Блин, жесть. Просто жесть. Мне кажется, можно было бы какой-нибудь чекпоинт сделать. Даже в Dark Souls'ах это было реализовано. Ну давайте будем уж на чистоту говорить. Мудак. С арбалетом. Я найду тебя. Дружище, я запомнил, как ты выглядишь. Чудаковатого, мудаковатого вида. Существо. Я тебя еще найду. Странно, почему ящики клипаются. Это странно, не должно так быть. Так, мы бежим сюда, по-моему. Не забываем почесать нос о поп-фильтр. Потому что, ну а как еще иначе-то? Мужики, да ну бросьте. Ну куда вы все восьмером за мной бежите?
Будет очень неловко, если... Если это падла... Вся, если вся свора за мной пойдет. Нам бы этого совершенно не хотелось. Я, в принципе, я уже и привык на Control спринтить. Что, прям вообще как в Dark Souls, даже душу возвращать? Какое же блюдство. Он еще светит в глаза. Как мудаки на четырках с... как это, туман мой в космос светящими. Это ваншотная атака, по всей видимости. Очень долго атаки применяются, кстати. Ну, звездец, просто невозможно так привыкнуть. Может, я просто убегу? Нахрен не с ним драться. Ну, на самом-то деле. Я явно не могу понять. Starting room NPC only. Дядя, не надо, дядя. Я не помню, откуда я пришел. Вроде куда-то, куда надо иду. Воу, тихо, полегче. Давай лучника выключим из игры. Вообще трекинга нет. Надо привыкать к этому. Лечись, лечись, маленький мой. A beacon. A conduit, through which heroes once communed with Nostalgaea. Don't you dare lay your pixels upon it. Короче, пока что у меня самая главная претензия. Я совершенно не могу привыкнуть к управлению. И что куда больше мне не нравится. Очень жалко, что нет русского языка. By the Almighty. Impossible. You're... What in the void are you? Так, shake. Shake head, strike, strike, person, gesture. Давай, person, gesture. Я так понимаю. Чуть-чуть дальше прошел, мне сейчас тело дадут, да? Check person gesture. You are no hero. Now I have probably, but I proof. Я походу обосрался, я что-то не то взял. Ну ладно. Level up. Можем level up-нуться. Почему? Где-то взаимодействие происходит на E, где-то взаимодействие происходит на Enter. Огромный вопрос. Почему не унифицировать это как-то, чтобы по-человечески было. Значит, return icon. А если я их хочу отменить? Я не могу никак отменить. Ну окей, отлично. Понятно. Tether set. Как-то... Я не могу отменить это. А, это, наверное, обучение. Warp не работает. Ладно, хрен с ним. Я нажимаю leave. А, то есть, чтобы вы понимали. Не, нормально все. Здесь на Enter. Но до этого взаимодействие было на E. Короче, много вопросов. Очень много вопросов. Закрыто. Ну это же тупо Dark Souls. Тупо Dark Sassy. Ладно. Я походу мог что-то взять. Be our hero. Стань нашим героем. Ух, нихера, там туман на улице, мать моя. You are not worthy. No. Получить благословение нам было написано. Опа, здорово. Тупо басяра. Басяра-сосяра. Лок цели, говно воняет. Слушай, босс прикольно реализован. Ну, красивенько выглядит. Но босс сосет нам очень сильно. A final form. Разумеется, конечно, надо нести урон. Это тупо флеймлюркер, здорово. С знаменитыми долгими атаками. Полечусь, пока он там прыгает. Хрен попадешь в этого петуха. Ну нанеси урон, малютка моя. Музыка говна. Вообще не подходит. Типа какой-то попсовая хрень. Аркадное что-то вот. Вообще не героическое, вообще типа говной воняет. А здесь нормальные хитбоксы. Опять же, почему так подлагивает, когда мне урон наносит? Ну это же вообще не круто, игра. Ну ты шо? На перекатичах, у нас проблемы, дружище, лечись. Надо было. Вон со мной тебя что-то тупанул чуть-чуть. Кое-как.
Победа, победа вместо обеда. Финиш им. И чего, я просто его победил, он на место пойдет? Или ты будешь разговаривать теперь? Shield of Inspiration. И мы можем поменять наш... Без понятия, что такое, если честно. Я совершенно не понимаю, что тут написано. Ладно. Стабилити. Выглядит круче. О, хотя бы графически, визуально немножко меняется. 61 покажет самое лучшее у меня. Слушай, неужели на этом демка не заканчивается? Обычно демка невероятно короткая. Да вы шутите, что ли? Здесь еще можно играть? Да ладно. Это камень или говно, непонятно. Прошу прощения, весьма крутой визуальный стиль. It was undeniable that the scattered bundle of sticks remained pathetic, but something was amiss. The narrator, never confused, was... Все закрыто, шеф, все закрыто. А, thank for playing. Короче, я прям даже думал, хуже будет, вполне себе играбельный билд. Буду очень рад почитать ваши комментарии. Если вдруг кто-то сам самостоятельно желает ознакомиться, милости прошу, в стиме все бесплатно. Ну и клево, ждем. Как-то так, премного всем благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Если что, если вдруг хотите, можете подписаться на группу ВКонтакте, на Телеграм-канал, а если кто-то хочет поддержать материально, для этого есть Boosty, там иногда выходит уникальный контент, подкастики и немножечко из жизни. Как-то так, всем добра и удачи. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.